Ребята, привет! Сейчас я хочу вам показать, как я съездила в Москву на неделю. Я не постоянно записывала видео, потому что я не могу к этому привыкнуть, что мне надо идти снимать, что-то рассказывать. И поэтому поехали, я покажу вам, где я была, что делала. Мне очень много пишет людей, которые хотят со мной встретиться. И мне написала одна девочка, которая хочет сделать мне фотографии, и я с ней сегодня встречусь. Наконец-то мы ее нашли, она еще нас не видела. И... сегодня второй день. Я сейчас направляюсь в студию. У меня сегодня прическа просто бомбическая. Все кудри, непонятно что. Я даже не знаю, как идти, поэтому все это время я... когда добиралась до студии, проходила квест. У меня был просто тупо текст, больше ничего, и я вот шла. В принципе, я уже на месте. Хотя я думала, еще будет сложнее намного. Оказалось, проще некуда. Особенно, когда тебе говорят, где выйти от центра. Последний вагон, 5-10, где еще повернули, это вообще классно. Слушай, сказать, погода сегодня, кстати, получше, но я оделась теплее. Зато я не заболею, потому что все эти дни, когда я даже... поехала в Москву, у меня болела голова, я думала, что прям где-нибудь по дороге. Сейчас как-то более-менее себя чувствую. Ребят, я дошла до студии. Мы встретились с Анной. Давай вам показать еще студию, смотрите, такая кровать. Сзади такое зеркало, вот наша ванна. Тут еще два таких фона. Тапочки? Да, у нас крутые тапочки фиолетовые, вот. Поэтому сейчас... сексуальные функции. А у меня вообще, да, кстати, секси. О, да, да. В общем, мы сейчас начнем снимать. У нас, кстати, классная музыка. Смотрите, они тут в колонке. Работай, детка, работай. Да. Работа фотографа. Это не кухры-мухры. Мы решили, что Анна стояла здесь, и вот прям на такой форме. Это правильно, то ложь, чем звонкает меня. Так верю в себя, как школьник, я не доволен. Тем утром целеугольник, я не доволен. Наш союз, как в детстве Феникс. Самый душевный в мире я миг. Last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the
saints, lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. Сейчас мой день, так вот с чего надо было начать. С того, что время 11, я только встаю, да, и Галя говорит, типа, Бовашан, я за 10 минут собралась и вылетела, даже не накрашена. У меня есть настроение, чуть-чуть. Я думаю, еще в торговый центр Европейский сегодня сгоняю. Всем привет. Галя, здравствуйте. Привет. Сегодня будет активное видео. У меня есть настроение, потому что... Это солнце, это шикарное солнце. Мы сейчас на Арбате ищем кафешку без эффекта. Вы гляньте. А я иду, гуляю по Москве. И я пройти еще смогу. Пам-пам-пам-пам. Да-да-да. Давай я просто буду делать... Давай тогда повторим. Я хочу нижние эти нотки попить. Так типа ритм задать, так скажем. Да, тух-тух-тух-тух-тух-тух. Начнем. Забивай, Галя. Давай забивай быстренько. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Шагаю по Москве. И я пройди сейчас. Пам-пам-пам. Мне кажется, нам на голос надо уже сразу слушать. Прям новый пятый сезон. Кто эти кисы? Мы пришли в другое место. Называется Дэнди Кафе. Сюда меня привезла Галя, поэтому идем за ней. I'm never gonna get
уже это. Добрый день, девушка. Меня зовут Ярослав, кальянчик. Может быть, желаете кальян скурить? Нет, спасибо. Очень зря у нас классный кальян. Хороший кальян. Вот это мне нравится. Вот тут у меня почти, но что с моим? Ну, третья прекрасна. Вторая и третья. Но это типа тоже. Еще. Еще. Так вот.